Привет! Привет! Привет еще раз! Итак, это начало серии влогов из Италии про мою медицинскую стажировку, которая длилась одну неделю и которую я проходила этим летом. Завтра я просыпаюсь в 5 утра, еду в аэропорт, потому что я лечу в Италию на стажировку. Это не верится, я надеюсь, что все будет нормально, что я, самое первое, до меня долететь, я надеюсь, что я долечу, потому что я буду лететь через Стамбул. Сказать, что я переживаю, ничего не сказать. Сейчас время 11:20 вечера. Если я усну где-то в час ночи, то я посплю 4 часа, это будет хорошо. Я не знаю, как смогу ли я уснуть, потому что когда ты очень сильно волнуешься, особенно перед какой-то поездкой, ты обычно не можешь уснуть, надо ложиться спать. И для начала, чтобы ввести в курс дела, расскажу немножечко, что за эта стажировка и где она проходила. Это медицинская стажировка, проходила она в Италии в городе Неаполь. Проходила она в институте, была в лаборатории, отделении внутренних болезней, гидроскорая помощь. И обо всем этом я расскажу подробнее, я буду рассказывать отдельно про каждый день. Конечно, в самом начале я очень сильно переживала, и это очень, на самом деле, долгая, длинная история, если начинать это все про то, как я это искала, подавала, вдруг мне не дадут визу. Даже если дадут, а вдруг там, не знаю, границы закроют, я не смогу улететь или еще что-нибудь произойдет. А в итоге я уже вернулась, и все хорошо. Но тогда, да, я очень сильно переживала. Все, 5 утра, я проснулась. Смотрите, какой рассвет. Точнее, это даже уже не рассвет, а просто солнце светит. Я уже вызвала такси. Я даже не могу сказать, что я не выспалась, потому что я спала, наверное, часа 3 точно. Возможно, даже чуть больше. Если кто не знает, меня зовут Гузель, я учусь в Москве в медицинском университете. У меня специальность медицинская кибернетика, не лечебный факультет, и врачом я быть не хочу. Это чтобы ввести в курс дела. Соответственно, если я учусь в Москве, то я из России, и на данный момент у нас нету прямых перелетов в Европу, я думаю, по понятным причинам. И, соответственно, я, как и все, летела через Стамбул транзитом. Это новый аэропорт Стамбула, там я находилась 3 часа, и вот некоторые летят оттуда, потому что я восхищалась, какой же это большой и красивый аэропорт, мне он очень сильно понравился. Это был мой первый опыт путешествия одной именно за границу. Да, в некоторых моментах я, мне кажется, тупила и не знала того, что делать, но я всегда спрашивала в аэропорту у людей, все всегда помогали, за что огромное спасибо. Я уже в Стамбуле, в аэропорту. Единственное, я не понимаю, я не знаю, нужно ли было мне проходить паспортный контроль. Я не прошла, я просто сразу пошла на международные рейсы. Я спросила на стойке информации, мне сказали, типа, паспортный контроль не надо проходить. Я такая, окей. Ну, выхода еще своего не знаю, иду, хожу, просто брожу. В самолете. Мне не понравилось, как нас кормили. Там дали просто булку, какой-то паштет. А я не люблю паштет. Вафли. Вафли я тоже не люблю. Еда была не очень, но я поела свою еду. И то я купила, короче, себе 3 выпечки. Одну выпечку, которую я съела с утра, она была нормальной. Другую я съела в самолете. Пирог с тыквой. Там была внутри плесень. Я ее, конечно, не съела, выкинула. И потом я купила еще хачапури с сыром. Она тоже какая-то не свежая оказалась. Как видно, аэропорт реально большой. Он как город отдельный. Тут куча магазинов. Еще, оказывается, мой рейс задержали на 15 минут. У меня единственное, что мне сейчас
гложет, это паспортный контроль. Ну, типа, мне же должны, наверное, штампик в паспорт поставить, что я здесь. Но если меня пропустили, дали билет, то, наверное, все нормально. Я еще не сразу разобралась, как подключать этот Wi-Fi. Стояла, тормозила. В итоге, ладно, разобралась. Только единственное, этот их Wi-Fi работает очень плохо. Конечно же, я хочу рассказать про еду в турецких авиалиниях, потому что когда из Стамбула до Неаполя летели мы всего лишь 2 часа, но еда там была шикарная. Просто вот посмотрите, там горячие овощи, курица, десерт, тирамису, соус белый с кусочками маринованных огурцов, хлебушек, там чай, кофе на выбор. Боже мой, это было реально вкусно, мне очень понравилось, как кормили турецкие авиалинии. За целый день я наконец-то нормально именно там поела. И вот, я приземляюсь в Неаполе, и что я сразу чувствую, это жара. Душно или как-то немного влажно, но температура явно выше, хотя уже был вечер. В аэропорту меня встретила мой куратор. На моей стажировке предполагался куратор, который живет тоже в Неаполе. Я тоже жила у них дома, снимала, так скажем, комнату. И, конечно, в этом плане это хорошо, что были какие-то люди, которые мне там все помогали, рассказывали. И так как она, куратор, была из России, она говорила еще и на русском. Прилетела я вечером, и, несмотря на все прилеты, конечно же, захотела пойти прогуляться по городу. И вот некоторые кадры с вечернего Неаполя. Классно. Итак, первый день стажировки, понедельник. Ребята, вот здесь вот немножечко отступление. Я хочу рассказать про то, что я создала свой закрытый телеграм-канал. Для чего я это создала? Там немножечко больше информации, чем в Ютубе, потому что, понятно, в Ютубе нельзя говорить обо всем, чем хочется, да, и там есть вот как раз-таки уже посты про саму стажировку, также есть фотографии с Италии красивые, которые можно установить себе на обои, на телефон, почему нет, там можно задавать любые вопросы, я обязательно отвечу, и если же вы человек, который, не знаю, может быть, в будущем думает поступать на медицинскую кибернетику, или же уже поступили и учитесь, если вы, скажем, хотите более честные отзывы, мое мнение, мой взгляд, этот счет вообще, стоит ли поступать, стоит ли обучение того, скажем, в этом закрытом телеграм-канале, тот контент, которого нет в Ютубе, этот телеграм-канал доступен только для подписчиков Boosty. Boosty — это аналог Патреона, то можете подписаться на Boosty, и там есть пост, который приведет вас по ссылочке в этот самый телеграм-канал. И ссылку на саму Boosty я тоже оставлю внизу в описании. Первый день стажировки я отправилась в лабораторию этого института. И вообще, на самом деле, хочу сразу сказать, что стажировка оказалась не совсем по моей специальности, потому что, как я говорила, что я не на лечебном факультете, я не буду врачом. Наверное, больше предполагалось именно врачебной специальности. Мне нужно было больше именно вот этой лабораторной практики, но в итоге эта лабораторная практика была только первый день. Но это мой, так скажем, первый опыт. В следующий раз нужно будет более тщательно выбирать, если я еще раз захочу. Видео с первого дня у меня на самом деле мало, потому что я стеснялась, я не знала,
что можно снимать, потом мне сказали, что в Гузель все можно снимать и фотографироваться, просто надо просить. Но я тогда еще не знала, поэтому кадров оттуда практически нет. Вообще классно, интересно. Показывали, как все там устроено, как у них это происходит. Попросила, можно ли мне поделать руками, сказали нет. Ужасная жара, плюс сколько? 34. Дома хорошо, есть кондиционер. У меня был большой страх, смогу ли я сама понимать и изъясняться, но, как мне сказали, у вас, скорее всего, английский будет лучше, чем у них, и, наверное, это да, правда. Вообще, сегодня мы пошли не рано, я проснулась в 9:20 на будильник. Вот, завтра, я так понимаю, надо будет вставать рано. Очень все интересно. Мне нравится ощущение, что я могу говорить, изъясняться на английском. Вот, но понятно, что у итальянцев свой акцент есть, и я не скажу, что я прям 100% все понимаю, но да. Но это очень интересно все равно. Вообще, я бы хотела именно научиться делать какие-нибудь лабораторные тесты, чтобы потом, я не знаю, в своем резюме я могла написать, что вот я на стажировке делала то-то, то-то, умею вот это, вот, чтобы это как-то мне помогло в будущем. Это было, так скажем, знакомство с лабораторией. Мне рассказали, как она устроена, что они там делают. Я так поняла, она больше ориентирована на генетику, на генетические тесты, секвенирование, ПЦР и так далее. Получается, у этого института Федерико, у них очень много разных факультетов, и один из них — это медицинский, там есть еще биотехнологический или что-то такое, который, на самом деле, наверное, был бы мне ближе, но, насколько я знаю, там не проходят стажировки. И у этого института есть своя, так скажем, больница при институте, и если приходят пациенты, им нужно делать какие-то тесты, анализы. Вот, есть одна лаборатория, которая может делать вот эти тесты, ну, например, вот ПЦР, да, сделать. Я спросила у профессора, могу ли я сама руками поделать какие-то лабораторные тесты, чтобы я сама брала и делала. На что мне профессор сказал, нет, нельзя. Ну, конечно же, мне это не понравилось, но там были прекрасные две девушки, одна из них, она учится на PhD, то есть как аспирантура у нас. Я так поняла, они уже там работают, и я просто попросила, чтобы они мне показали, как они все это делают. И они мне все как раз-таки показывали, как они это делают, и рассказывали. И на этом все получается. Я туда поехала утром, и до скольки-то часов дня я была там. Затем куратор мне показывала город, и, так скажем, была экскурсия. Конечно, меня очень сильно удивили узкие улицы, и этот ужасный, невероятный трафик. Все просто едут, люди не смотрят, там красно, не красно, просто переходят, машины тоже просто едут. Как люди водят машину по таким узким улицам. Поэтому, на самом деле, многие люди там ездят на мопедах и на мотоциклах. В этот первый день мы посещали разные храмы и церкви. А получается, как я поняла, неаполитанцы очень верующие, религиозные в большинстве своем люди, как мне рассказали, и поэтому храмы на почетном месте. Просто посмотрите, насколько там внутри красиво. Это просто шикарно. Я думаю, вот слово «помпезно» идеально подходит. Такое величественное, красивое и помпезное — это вот идеально описывает, как это все выглядит изнутри. Кстати, вот эти вот кадры, которые вы видите на стене, там различные части тела, как мне объяснили, если человека, например, болит там нога, рука, сердце, и ему, например, вылечили вот эту часть тела или органы, на этом операция прошла или что-нибудь такое, то они приходят и вешают на стену вот эту вот свою часть тела, которая излечена.
Я надеюсь, что я правильно все поняла и правильно рассказываю. Возможно, я где-то делаю ошибки, не знаю. Так происходит вот от этого, от этой части Также оказалось, что в этот день у родственника, родственницы, точнее, день рождения, и я попала, скажем, на этот праздник. Это было какое-то итальянское кафе, мне было безумно интересно общаться там с людьми. На самом деле, не все, конечно, говорят по-английски, и это явная проблема. Я не говорю по-итальянски, стажировка сама была тоже на английском. И там была, кстати, одна их тоже родственница, родом из Неаполя, но живет в Америке уже более 30 лет. Они с мужем переехали туда, она живет в Нью-Йорке, и, конечно, мне было безумно приятно и интересно с ней говорить, болтать. Вот эта женщина, она работает психиатром, но уже, как я поняла, на пенсии, и она рассказывала про отличие обучения вот именно в медицине в Европе и в Америке. В Европе, как и у нас, наверное, обучение 6 лет, а потом более узкая специальность. В Америке ты учишься гораздо дольше. Там учеба занимает не 6 лет, а ну реально дольше. Отличие системы экзаменов, как она сказала, в Европе у них устный экзамен, то есть ты садишься с преподавателем, тебе нужно говорить, а в Америке, как называется, вот multiple choice, это значит как тесты, то есть у тебя несколько вариантов ответа, и ты выбираешь правильный, и тебе не нужно общаться с кем-то, тебе не нужно разговаривать. Почему про это говорили? Потому что если ты хочешь работать врачом в Америке, то ты должен дать USMLE, я думаю, если вы когда-либо этим вопросом интересовались, то вы про это знаете. Ну и так как она получала образование и работала психиатром вначале все-таки в Европе, она должна была тоже подтверждать свой диплом в Америке. Она сказала, что в Америке вот эта все-таки система multiple choice, он легче, чем когда тебе нужно сидеть и разговаривать напрямую с преподавателем. Ну, конечно, само обучение в Америке, оно дольше. Возможно, из-за этого тяжелее, конечно, это имеет значение. И также вечером мы пошли в место, которое называется галерея, а на самом деле я думала, что галерея, значит, там какие-то картины, но когда зашли внутрь, я поняла, что это что-то вроде нашего ГУМа или ЦУМа, это как торговый центр, и там магазины. Тоже такое очень красивое место, классно выглядит.